Здравствуйте! В эфире программа «Право знать». Мы живем будни как будни, праздники как праздники. И в суете-сует иногда даже не задумываемся о том, что может наступить момент, когда мы, человеки, оказываемся абсолютно бессильными против того, что нам готовит судьба. И как пример, вот последнее... Стихия, которая застала нас внезапно, ведь был обычный летний день. Вот такой же обычный летний день был и 22 июня 41 года, когда внезапно среди выпускных балов, среди планов на будущее, среди отпусков, среди того, что мы вот только, казалось бы, уложили деток спать, и вдруг внезапно ровно 4 часа. Вы знаете, в феврале еще мы обратились к детям войны по возможности записать свои воспоминания с тем, чтобы мы могли опубликовать их отдельной книгой для тех малышей, для тех детей, для тех подростков, для молодежи, для тех, кто постарше и для тех, кто совсем седой сегодня. Чтобы помнили, чтобы понимали, чтобы сочувствовали и чтобы были добрее друг к другу. Поэтому я прошу вас, если в доме у вас есть дети или молодые люди, пригласите их к экрану, и мы все вместе прочитаем письма тех, кто во время войны были совсем маленькими. Я буду читать так, как написано, фрагменты из писем. И если, может быть, я где-то запнусь, я думаю, вы меня простите, потому что почерк всех тех, кто к нам прислал письма, поверьте, это очень маленькая часть, порой весьма неразборчив. Годы все-таки. Итак, Николай Данилович Лысак. Самый главный момент начала войны, как сейчас помню, а тогда ему было 6 лет. 23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны. Это проводы отца Лысака Данила Ивановича на фронт. Провожали мы его всей семьей, мама, сестра и я. Солдат, таких же, как отец, формировали в отряды на чумке. Они очень быстро оделись в красноармейскую форму, сапоги, их постригли, вещмешок, документы и на железнодорожный вокзал. Отец поцеловал всех нас, и состав ушел. Дальше он пишет о том, как очень сложно было в годы войны. Но вот то, что потом, после победы, меня несколько удивило, потому что мы как бы не все понимаем, что такое израненный человек, который вернулся с войны. С одной стороны, он счастлив, что жив, а вот с другой, самый прекрасный момент помню, когда отец вернулся с войны. Они с мамой встретились на Слободке, когда мама покупала в магазине хлеб по карточкам. Это было 20 мая 45 года. 2 недели, как война закончилась. В 11 часов дня, а когда они пришли домой, отец нас держал на руках, целовал, плакал. Вечерами, когда отец раздевался, мы видели, что его тело было изрыто буграми, швами от ранений. Отец был ранен 5 раз, но самое страшное ранение по счету было 3-м. После этого ранения он пришел почти с одним легким. Множество осколков в теле так и осталось. И один в ноге осколок мы, дети, проверяли магнитиком. Отец прошел всю войну от первого дня начала до победного конца.
Был награжден 2 орденами «Красная звезда», орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, многими медалями. Воспоминания Людмилы Владимировны Панасюк. Ей было 5 лет. Папа нас из Одессы отвез в Березовку к своей родной сестре. Один раз меня подозвала мама к окошку. Ну, там долго описывается, как жили все вместе. Семья большая приехала в Березовку, а там уже у сестры тоже большая семья. Всех их звали беженцами, есть было практически нечего. Но вот один раз меня мама подозвала к окошку и сказала: девочке 5 лет было. Людочка, смотри на дорогу, там немцы ведут детей. На расстрел, наверное. Мы тихонько из-под занавесок выглядывали на дорогу, смотрели вдруг и друг друга боялись. Боялись, чтобы нас не заметили немцы с той стороны, чтобы мы не оказались среди этой колонны. Эта картина врезалась мне в память на всю оставшуюся жизнь. Детишки шли парами, взявшись за руки. Дети, мои сверстники, лет 5-6, а по бокам на расстоянии 2-3 метров их сопровождали молодые немецкие солдаты с винтовками наперевес, которые были направлены в сторону детей. Самый большой ужас состоял в том, что дети шли и играли. Перебегали друг к другу, задирали голову, смотрели вверх, смеялись. Но молодые немцы их штыками опять ставили в строй. Они не плакали. Внешне все было очень спокойно. Только рядом рыдали моя мама и мои тетки. Рыдали как-то так, беззвучно. Я так и не узнала, куда их повели. Возможно, повели туда, откуда не возвращаются. Шкуренко, к сожалению, подписался в ВИ. В дни войны ему было 7 лет, впрочем, он сам сейчас вам об этом и расскажет. В 44-м, когда немцы начали отступать из Одессы, во дворе моего друга стоял танк. Толик, мой друг, пришел ко мне и говорит: Вова, пойдем сделаем что-нибудь этакое с танком, чтобы они не могли стрелять по нашим. Пока немцы ушли обедать, мы залезли в этот танк, побили все приборы, порвали все провода, разбили прибор прицела. И вот тут нас застукали немцы. Они нас вытащили из танка и повели к стенке на расстрел. Сильно очень ругались по-немецки. А дома у нас был постоялец, немец-офицер. Видимо, он очень любил детей. И когда нас увидел, что хотят нас расстрелять, он дал команду прекратить. И нас всех только очень сильно выпороли ремнем. Мне тогда было 7, а другу моему 8. Вот так мы участвовали в войне. И это была наша маленькая победа. Евгения Дорофеевна Кандыба, ей 5 лет было тогда, когда началась война. На начало войны в 41-м мне было 5. Помню, как провожали на фронт мужчин из нашей деревни. Я сидела у мамы на руках и хорошо запомнила, как все-все плакали, расстраивались, расставаясь со своими мужчинами, отцами, и как нас... И как к нам в деревню пришли немцы, и как вокруг нашей хаты в ящиках были боеприпасы, и как я маленькая, тайком от мамы, набрала из этих ящиков патронов. Они почему-то были разноцветные и очень красивые. Я принесла их в хату и в подоле платьице, и показала соседке: смотри, что у меня, какое богатство. Но мама меня так ругала и очень сильно наказала. Помню, как во дворе нашей хаты были немцы, и как всю нашу живность зарезали и съели. И мама очень сильно плакала, не зная, чем же нас кормить дальше. Помню, как был обстрел нашего села. Но село обстреливали наши, так как надо было выгнать немцев. Но мы все почему-то не боялись. Мы все радовались. Радовались, когда увидели наших солдат.
Как вернулись с дороги мой папа, помню, отец, радость мамы, ее крик, я помню до сих пор. И потому годы войны в моей детской памяти останутся навсегда, ведь это не забывается, правда? Понимаете, когда читаешь и думаешь, что ведь это совсем малыши. Вот мы смотрим на наших детей, внуков, правнуков и думаем, ах, несмышленыш, ах, еще ничего не понимает, сколько ему там лет, 3, 5. А оказывается, вон, а как помнят, столько лет прошло, а в память врезалось самое главное. Может быть, именно сегодня поэтому они такие скромные, терпеливые, потому что помнят. Надежда Григорьевна Новикова, ей было 6 лет. Родилась я до войны в селе Байтам, Ананьевского района Одесской области. Детство помню очень плохо, а наступление войск почему-то помню очень хорошо. Отца забрали на войну, и мы с мамой с 4 сестричками остались дома. Дальше она пишет, что очень много пережили, потому что действительно многодетная семья, и тяжело было. Ни денег не платили в колхозе, ни еды не было. И после войны мы остались тоже ни с чем. Ни зерна, ни муки, ни животинки. Все от мала до велика, и старику, все от мала до велика, и старики ходили на работу. Сеяли, пахали, убирали урожай. И все вручную. Ох, и тяжело землица, когда ее копаешь лопатой. А конца и края нет тем полям. Одежды не было. Зимой холодно, а того хуже голодно. За одну зиму умерли 3 мои старшие сестрички. Хорошо помню, как Любушка первая умирала от голода. Все кушать просила, а вставать уже не могла. А потом и кушать уже не просила. Так и затихла. И мне казалось, уснула. А уснула навсегда. Я пропускаю немножко. Летом было полегче. Одуванчики ели, лебеду, почки с деревьев, молодые побеги с елок, копали корешки, затапливали норы у сурков и их ловили. Для меня это действительно новый факт. Ловили, тогда был пир на весь мир. Отец шкурки снимал, а не выкидывал. Сушил, и мать стелила нам в обувь зимой. А зимой, припоминаю, еще было спасение. Идем в поле и внимательно смотрим. А где же-то пар идет из-под земли, из-под снега? Это значит, тут суслик живет. Зверька сами-то не поймаем, но выгнать из норы можно. А потом достать из его кладовки зернышки. Вот так в одной норке до 1 килограмма зерна один раз бывает. Помню, как мы полями искали еду, а нашли кем-то припрятанный парашют. Ох, и радости было! Только тащили его 12 километров. Нашли там, нашила нам мама и трусов, и кофточек, и даже отцу рубаху справила. Ткань-то хорошая, прочная. Долго носились эти вещи, до сих пор сохранила. Ну вот, ну как можно сегодня рассказать малышу, что значит затопить нору или выкурить сурка, и сколько там спрятано зерна. А вот детская память, она помнит, помнит все это. А вот Татьяне Александровне Сокольской было всего лишь 3 годика. Вот за нее пишет социальный работник. Видно, болеет сегодня Татьяна Александровна. Родилась в Украине, в Каменец-Подольском. В Одессе жила ее тетя, сестра мамы. 20 июня 41 года Татьяна Александровна была всего лишь 3 годика, и они с матерью приехали в Одессу к тетке. Она жила на Франца Меринга 56. И через 2 дня началась Великая Отечественная война. Тут немножко пропускаю. В детстве переболели тифом, помнит голодовку. Как родители продали корову за 1 мешок фасоли и 0,5 мешка кукурузной муки. Мама выдавала фасоль по 2 фасолинок в ручки и раздавала это нам, 4 деткам. Было очень тяжело, но мы выжили.
И первые дни войны мне запомнились больше всего. А потом помню, как в Беляевке немцы захватили водокачку. Город остался без воды. Работали артезианские источники. И в Дюковском парке дети и взрослые набирали воду. Помните фильм «Жажда»? А я смотрю, как будто бы это кадры из моего детства. Вот что могли сохранили в фильмах, что могли передали нам писатели. Но мне кажется, что дороже вот этих детских воспоминаний сегодня, для того, чтобы понимали и помнили ровесники нынешние, вот тех детей, ничего дороже, по-моему, нету. Вера Георгиевна Габер родилась в 37-м, то есть ей было 4 годика. Село Сталина Церебревского района Одесской области. Ни сел таких, по-моему, уже нету, ни районов нету. В семье моих родителей было 5 детей. Когда началась война, старшему брату Константину было 18, и его забрали на фронт сразу. Мою сестру 27-го года рождения отправили на оказание помощи в тыл. Они с другими сверстниками рыли окопы, траншеи, оказывали посильную помощь раненым. Мне в то время было 7 лет, это значит чуть позже. Я хорошо помню, когда отцу прислали на фронт повестку. Отец болел, но его все равно призвали на фронт, где он исполнял свои боевые обязанности. Но, к сожалению, он к нам домой с фронта не вернулся. Я очень хорошо помню, как плакали за ним все мои родственники, особенно мама. Старший брат дошел до Берлина, защищая родину. Вернулся контуженный. Сейчас он живет у своих детей в Симферополе. Мария работала на огороде, ее снарядом ранила эта сестра. Когда была эвакуация, жители нашего села отправили в соседний район. И нас на повозках отправили из родимых мест. Я всю дорогу плакала, потому что забыла взять свою куклу, которую мамочка моя пошила мне из старых тряпок. Я до сих пор жалею, что у меня нет этой старой куклы из тряпок. А вот очень короткое воспоминание, знаете, в стиле, наверное, нынешнего времени, когда нужно быть лаконичным, может быть, немножечко скрытным от того, что нынешнее время беспощадно, может быть, даже беспощадней, режет по сердцам людей, ветеранов войны, детей войны, чем вот то военное время. Меня именно это короткое письмо поразило. Итак, Алла Алексеевна Плаксина, 5 лет на начало войны было. «Помню, как бомбили Одессу. Горел маслозавод на Чумке. Там стояла зенитка. Видела немцев, видела румын. На улице Буденного немцы сгоняли жителей в гетто. Тогда я узнала первый раз слово «еврей». И до сих пор очень бережно отношусь к людям этой национальности. Помню, как армия, наши войска входили в Одессу, встречали солдат цветами. Больше писать не хочу. Вот почему не хочу? Вот почему так скупо? А видите, как передается все то, что Одесса пережила в эти дни, одесситы пережили в эти годы. Все то, чем сегодня мы занимаемся в поисках фашистов среди нас, в каких-то межнациональных междоусобицах. Я хочу, чтобы вы все не забывали, что в Одессе живет около 130 национальностей. И вот эта толерантность, которая влилась через кровь тех, кто пережил войну, в нас всех должна жить вечно, потому что это Одесса, потому что мы обязаны сохранить доброту, милосердие и отношение к друг другу, так как относятся друг к другу человеки, люди, а не видеть друг в друге врага. Вот этому, по-моему, и учат все вот эти детские воспоминания, потому что война глазами детей, а дети никогда не врут. Барана Валентина Ивановна, 8 лет,
Я плохо помню Голодомор. Родилась в 33-м. Мама родила меня в июне. Но по рассказам мамы, это был самый страшный год. У мамы умерли две сестры и брат от голода. Но я больше помню войну. Мы жили под Одессой, 46 километров от нее, Ивановский район. Папу сразу забрали на фронт, а мама с шестью детьми осталась в оккупации. Мы голодные, раздетые, жили в сарае. Немцы выгнали нас из дома. Мама была беременная 7-м ребенком. Мои маленькие 2 братика и сестричка съели корень белины и ослепли сразу. А сейчас одного братика уже нет в живых, а второй брат инвалид 1-й группы по зрению. Почти ничего не видит, ему 77 лет. Сестра также 1-я группа по зрению, ей 71 год. Мы пережили страшное время войны, поэтому тяжело болеем теперь. Папа с войны не вернулся, погиб в Югославии. Похоронен там, в братской могиле. Мама умерла в 79 году. Вот знаете, вспоминали бы мы вот это письмо почаще, когда, припарковав свои автомобили прямо на тротуарах и видя, как идут палочкой стукая люди слепые, натыкаются на эти машины, иногда падают, иногда пройти не могут, иногда теряются, потому что сошли-то они на тротуар. Может быть, в эти минуты мы будем с вами немножко по-другому относиться к тем, кто в детском возрасте от того, что нечего было есть, ели белину и ослепли от этого. Может быть, мы с вами друг другу, может быть, мягче станем, когда расставляем свои столики, стулья, окружая свой бизнес теплотой и заботой, вот тем, кто действительно нуждается в теплоте, заботе и опеке. Ведь вот так натыкаются не только люди пожилого возраста, инвалиды, но и мы с вами. И в колясках не могут проехать не только инвалиды, но и мамаши с колясочками, где младенцы, наши же с вами дети, внуки и правнуки. И еще одно фрагмент из письма. Клавдия Васильевна Чурбаджи, 13 лет на начало войны было. Когда начинали бомбить, мы все прятались в катакомбы. В 44-м повезли нас в Кривой Рог. Этот страшный каторжный труд не забуду никогда. Мы распечатывали подвалы, расчищали их от трупов. Спали на полу в здании, где не было ни окон, ни дверей. Холодина была страшная. Речка Буг была красного цвета. Из воды торчали ноги, руки, головы. Одна женщина посадила меня на поезд, не в вагон, а на крышу, и сказала: «Едь, дитя, домой». Через 3 дня меня забрали в милицию, потом разбирали, что я несовершеннолетняя, и пустили домой. От тех, кто был и остался в живых, там из моих знакомых осталось всего 3 человека. И вы знаете, время как бы очень беспощадно. Я не могу, конечно же, прочитать. Я и сюда взяла сегодня на нынешнюю передачу маленький кусочек из того, что нам прислали в редакцию. Но очень бы мне хотелось закончить наш разговор словами женщины. Зовут ее Владлена Петровна Попкова. Ей тоже на начало войны было всего лишь 14 лет. То есть она уже взрослая эту войну как бы увидела. И она уже 13 лет живет в гериатрическом центре под опекой государства. И пишет стихи, и не унывает. И, находясь в постели, нас еще приободряет. Мне хотелось бы сегодняшний наш разговор, откровенный, вот такой вот на нерве, закончить ее словами, ее стихами. И хочется сказать всем добрым людям, кто в злобной смуте не оглох, коль совесть мы и доброту полюбим, то в нас самих воскреснет Бог. Мне хотелось бы пожелать всем ветеранам войны, всем детям войны и всем нам, одесситам, здоровья, долгих лет в нашем благословенном городе,
И мы должны с вами сохранить вот это благословение Господа. И, может быть, тогда и наши дети, правнуки будут жить в этом же самом замечательном городе Одессе. Я хотела бы напомнить, что в эти дни, когда началась война, мы еще больше должны помнить тех, кто подарил нам жизнь, завоевав победу. Всего доброго. До новых встреч.